Всем привет, всем привет, привет. Всем приветики. Так, что мы будем сегодня завтракать с вами? Багет демьяновский. Собственное производство. Кстати, вот такие багетики. Ну, так как папа его купил вчера. Вчера он был очень мягкий. Сегодня он уже не такой мягкий. Ну, надеюсь, что все-таки вкусный. Потому что нам нравятся такие багеты, мы иногда такое берем. Сегодня у меня ничего нет, да, ни салатов никаких. Надо что-то сегодня готовить будет. Поэтому сегодня я буду есть и хлеб с маслом. Да с сыром. Хотела сделать бутерброды. Ты что-то посмотрела, даже колбасы нет. Походу надо в магазин еще идти. Так, масло. Саш, масло. Побольше масла. Так. Масло наше мы берем всегда. Производство Кирово-Чепецкого молочного завода. Оно вкусное, я уже говорила не раз. Почему-то даже на другое масло не переходим. Хотя у нас продают, по-моему, продукцию Посегова, продукцию... так. Богородское. Еще какое-то продают. Вожголы. Сейчас так и буду вспоминать по одному слову. У Вожголов, Вожгол, в общем, производство Вожгольское, нам нравится творог. Творог обалденный, из него получаются обалденные творожники, сырники. Они не разваливаются, они жарятся нормально, пропекаются, и, в общем-то, и добавлять много муки туда не нужно, потому что и так пропечется. Нюш, тебе что нужно опять? Лёма, хлеба белого. На. Так что. А тут что папа купил такое? Сыр голландский. Без заменителя жира. А что это наш, что ли? Чепецкий такой? Слушайте, у него цвет странный. Очень странный цвет. А цена 479 рублей. Уни, это уни. Вижу, думаю, что такое этот цвет. У нас он более такой желтый цвет. Сейчас попробуем, что за голландский цвет. Уни. Уни. О! Так. Не очень. По вкусу очень-очень соленый. В общем, вкусовые качества не очень. У сыра голландского производства уни. Ну что делать? Что делать? Будем есть все равно. Что не доедим, изведем в пиццу. Просто вчера он заходил в суджук, а там, видите, в суджуке продают не всегда то, что нам нужно. Бывает и вот так, бывает и не очень вкусно. В общем, голландский сыр производства Уни оставляет желать лучшего. Кто меня смотрит из Уней, передайте там привет, кто его делает. Ну-ка, не драться. Не драться. Вы что разодрались-то? Это что такое? Иди-ка сюда ко мне.
Ты что дерешься? Сейчас наведу кофе. А оно будет кипятиться еще. О. А в сухомятку у меня что-то как-то не лезет. Все, чайник вскипел. Не могу есть и сухомятку прям. Комок в горло не лезет. Я вообще не понимаю людей, которые едят сухомятку, а я таких знаю. Они могут вообще весь день есть сухомятку и ни разу не попить ничего. Я не знаю, какими они принципами орудуют. В общем, мне это непонятно. Потом лежат в больнице с проблемами желудочно-кишечного тракта. И потом все заново. Очень непонятно. Не знаю, наверное, я что-то не понимаю. Я считаю, что человек должен выпивать за день жидкости примерно 1,5, а то и 2 литра воды. Там. Сока столько пить, конечно, не нужно, но я думаю, что в 1,5-2 литра туда войдет и чай, и кофе, и вода, и все что угодно, любые жидкости, суп. Так что. Все. Вкуснятина. Будем есть и сыр, какой уж есть. Ну, спицы, я думаю, он бы зашел. Спицей бы однозначно зашел. А вот так подавать на стол не очень. Я, конечно, все сравниваю с тем голландским сыром, который я считаю, что он вкусный. Дело-то все в сравнении, правда? Если бы не с чем было сравнить, казалось бы нормально. Но так как ела вкуснее, говорю, что не очень. Наши вот делают голландский сыр ничёшно, вкусно очень даже. Но тоже иногда меняется, я не знаю, что они там делают иногда. В общем, иногда покупаешь, вкус другой. Не то, что там невкусный или что-то, но вкус другой. Берёшь сначала вкус один, а потом другой. У нас беда какая-то с управляющей компанией. Кошмар. Наверное, у всех такие управляющие компании или... Напишите. Наша вообще слышать нас не хочет. Придется опять куда-то обращаться в другое место. Не знаю, может, в прокуратуру.
А может, жилищную инспекцию написать? Попросили пересчитать квитанции. Вчера звонила директору. Не знаю. Сказал, что пересчитает. Считает уже почти второй месяц пошел. И квитанцию тут не прислали. Не знаю. Так и боязно, что они там насчитают. Делала две заявки на отвалившуюся плитку. Вообще ноль. Реакции никакой. Я не знаю, вообще ругаться что ли сразу? Не понимаю. Я надеюсь, что это все это разрешится, потому что, честно вам скажу, я уже сталкивалась с нашим ЖЭКом. И по поводу кровли, и по поводу виндшахт, и ремонта в подъезде, и крыльца. Слушайте, достали уже вообще. Создавать ТСЖ. Ладно. Разберемся потихоньку. На самом деле, сегодня у нас был иней, вообще такой, выходишь на улицу, и белым-бело, все белым-бело, все уже подмерзло, цветочки на клумбах уже все, головки свои, листики, в общем, все. Надо, наверное, в выходные выкопать георгины. А у меня георгины очень странные. Я их посадила в одно место, во второе место. В саду садила. В саду они у меня набрали только массу зеленую. Цвести у меня отказывались. Я думаю, ну ладно, хорошо. Посадила их тут, около подъезда. Ну что, первый год он у меня зацвел. Одним цветком, где-то в конце октября, по-моему, даже. Кстати, нет, наверное, все-таки в сентябре, потому что в прошлый год, я даже не знаю, неужто заморозки так рано нынче? А нынче вот все, ничего они у меня не зацвели тут. Не знаю прям, что с ними делать. И подкармливала. Ну, видимо, вот, ну, не нравится им место, не нравится им расположение, да, сторон света. Хотя нынче, знаете, и тепло было, и света вроде хватало. Мне кажется, то, что все засохло на месяц. В общем, странные цветы эти георгины у меня. Чуть не, наверное, отдам. Потому что у меня они расти, но не хотят. Я помню раньше. Георгины, это же вообще цветы 1 сентября.
То есть всегда идешь с букетом георгин. Это так было супер, я не знаю. Огромные вот эти вот соцветия, да, вот у кого-то такие, у кого-то аж такие, когда они там трубчатые, перистые какие-то. Я не знаю, что нынче с моими георгинами вообще. Ну, явно им что-то не нравится. Либо место, либо почва. Ой, с лупениума, слушайте, я все съела. Я все съела, я наелась. Я все съела, я наелась. У меня еще есть остатки прежней роскоши. Сейчас я прожую. Вот такой вот тортик. Так, называется чудо-хлеб. Так, торт-сказка. С кремом на растительном масле. А дайте-ка мы с вами посмотрим, на каком растительном масле. Понятно. Пальмовое присутствует. Пальмовое и подсолнечное. Ладно. Что сейчас делать-то? Не буду никуда накладывать. Юриша потом придет, доест. Мне надо-то две ложечки. Торт сказка пропитан. Коржи пропитаны. Что могу сказать? Можно есть такой. Много крема. Со сливками взбитого. Сверху тоже крем, не масло. Нормально. Я много не ем сладкого, поэтому вкусненько. Наши вообще чепецкие пекут лучше, чем другие производители, которые продаются у нас в магазинах. Ну, по крайней мере, это мне так кажется. Потому что как-то мы купили глобусовский торт со сметаной. Слушайте, мы чуть не траванулись. Мы реально траванулись. А не то, что чуть не траванулись. У нас у всех крутило животы. Ну и, в общем, понимаете, да, последствия всего этого. Это был тортик из глобуса. Со сметанкой. Больше мы тортики из глобуса со сметанкой не берем. Вот как-то так. Все, я наелась, я не хочу сладкого. Так. Поиграем в игру. Закрой меня, называется. Все, закрылись. Кофе попью еще. Сегодня вообще сумбурно как-то все. Все сумбурно. Видите, он даже по качеству-то сыр-то, он какой-то непонятный. Он и режется-то, не... видите как? Непонятно, да? То есть у него даже структура-то такая, она другая. Структура не голландского сыра.
общем, вот как-то так. Что папа постарался, купил-то 300 грамм. Вообще не советую вам покупать много чего-либо, если вы это не пробовали. Потому что не факт, что попадете. Придется опять придумывать, куда этот сыр девать. Ну, слушайте, вот один вообще невозможно. Он даже с какой-то горчинкой, что ли, такой. То ли они его передержали, то ли не додержали. Вообще непонятно. В общем, непонятно. Ну что, проснулись? Все проснулись? Это хорошо. Кофе допиваем. Посидим еще, подумаем. Так, время у нас время. Время. У меня вот на завтрак есть вот буквально полчаса, который я вот так вот трачу. Поэтому либо так, либо никак. А вот кофе вкусное по сравнению с сыром. Ну что? Всем приятного аппетита, кто был сегодня со мной. Да? Приятного настроения, хорошего. На сегодня всем пока. Кому понравилось, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и наверняка встретимся еще в другом ролике. Всем пока.